Україні стартувала всесвітня акція «16 днів проти насильства». Вона триватиме до 10 грудня. Поліція, активісти та правозахисники намагаються привернути як можна більше уваги до проблеми. За офіційними даними, близько 2 мільйонів осіб в Україні постраждали від домашнього насильства. А поліція звітує, цього року таких випадків стало вдвічі більше, ніж минулого. А чи вважаєте ви дану проблему актуальною для України? Та що, на вашу думку, треба робити, аби запобігти аб'юзу? Завжди актуально і треба зробити все можливе. Треба, прежде всього, воспитувати людей, як слідує, починаючи зі школи. И в вузах, и дальше, и в конце концов на работе, где молодежь работает, чтобы этого не было. Потому что это все вопросы морали, вопросы нравственности. Вопросы нравственности у нас сейчас очень хромают, и надо этому уделять большое внимание, конечно. И в прессе, наверное, вот специально подчеркнуть. Может быть, нужно больше каких-то моментов занятия молодежи, детей, ну то есть, чтобы чем-то занимать их. Чтобы дети могли, ну, не у всех есть деньги в семье, правильно? Очень много детей из семей необеспеченных, а там и насилие получается. Вот. И если ребенок будет иметь возможность в школе заняться чем-то бесплатно, там же и общение. В процессе общения может выйти какой-то момент, об этом могут узнать. Вот. Так что... Зарплата нужна больше родителям, работы надо побольше, больше возможностей. Будет зарплата нормальная, и жизнь будет нормальнее. Расскажу, как это в Англии. Значит, этих насильников практически никто не наказывает. Просто женщина, которая обращается по поводу домашнего насилия, оно может быть разным. Экономическим, сексуальным, физическим, эмоциональным. Эту женщину просто переселяют в какое-то место. И она там живет, отходит от этого всего, ей дают деньги. Вот, она может работать, она может просто жить, отходить от этого ужаса, от этого шока. Вот, а мужчину, не знаю, я не знаю ни одного случая, когда он бы каким-то образом был бы наказан. От него просто забирают жену и детей. Здесь тоже есть какие-то такие центры, вроде как, для женщин, потерпевших насилие. Вот. Возможно, их мало, возможно, мало рекламы. Если что, обращайтесь, мы вас выручим. То есть это может быть в течение ночи даже. Сколько раз так было? Муж выгоняет, она в одной рубашке на лестничной клетке. То есть это должно быть на каждом углу. Психика людей, нехватка работы, нехватка денег, прожиточный минимум все время растет, растет, растет. Стоимость жизни растет, а прожиточный минимум маленький, и психика у людей становится другая. Да как с ней бороться? Ну, это же дело, скажем так, наверное, воспитания и вообще нынешнего положения в стране. Как с этим бороться? Даже не знаю, как бороться. Если бы знал, наверное, пошел бы в правительство работать.